где вы вообще набрались такого? Какого дудя вы решили, что бензины с разным октановым числом не смешиваются? Ну, один написал. Ну, ладно, бывает. Так нет же, второй, третий, пятый. У вас что, мопеда не было, что ли? Велосипед только. По вашей логике, двухтактники вообще бы не работали. Туда же в бензин масло добавляют. Так по-вашему, оно бы упало на дно бака и бултыхалось бы там кляксой, пока бы его не засосало в движок и он не заглох, да? Так что ли? Конечно, вы скажете, при чем тут масло? Да при том, что и то, и другое нефтепродукты, и они довольно-таки хорошо растворяются друг в друге. Про бензин я даже говорить не буду. Хотя нет, скажу. Вот бенз, который я смешал с растворителем, его октановое число сейчас где-то 72. Ни на какие фракции он не разделился. Однородная моча. Пойдем дальше. В Невасе у меня 95. Смешаем 72 и 95. Ты смотри, блин, опять смешался. Если сказать, что смесь один к одному, то у нас получается где-то 83 бенз. Остановите меня, пока я еще что-нибудь не смешал. О, у меня есть дизельное. Вот оно точно не смешается, да? Если учитывать плотность, оно утонет. Угу. И снова шиш. Что же за день сегодня такой? Я снова прав. Удачи.